В том числе школьники, купившие билеты по пушкинской карте, сегодня увидят спектакль «Мастер и Маргарита». В музыкальном театре в 19 часов премьера. На сцене артистам МХАТа имени Горького. Они дали эксклюзивное интервью «Вестям». Михаил, в чем секрет, на ваш взгляд, успеха долголетия «Мастера и Маргариты»? Это роман века, который до сих пор тревожит. И будоражит. Будоражит, да, и... Публика... Это огромное количество споров и людей оцерковленных, светских. А публика разная приходит? Московская приходит, и она действительно разная. Хотя это единственный спектакль, который посетил его святейшество. Мы горды. Вы играете Воланда. Сложная, неоднозначная фигура. Сразу решились на это? Трепет был внутренний. Для меня это, конечно, великая роль, но, тем не менее, я к ней отношусь очень легко и спокойно. Хотя роль ко многому обязывает. Слава Богу, ничего за это время как бы со мной не происходило, хотя меня многие предостерегали. Может, тебе уже пора и закончить с этой ролью, может, кому-нибудь помоложе уже передать ее, потому что у нас все равно прошло уже много лет. И, 10, да, уже? К сожалению, и режиссер-постановщик ушел из этой жизни, великий Валерий Романович Беликович, который поставил этот спектакль, который 10 лет пользуется неизменным успехом московской публики, и куда бы мы ни приезжали, всегда у нас залы полные. Около 500 спектаклей мы сыграли. Спектакль сегодня вечером. Почему актеры не дают интервью перед выходом? За сколько часов вы уже перестаете, что называется, общаться с публикой и с журналистами? Сложный рисунок спектакля. Огромное количество передвижений, танцев и балета. Довольно сложные тексты. И чтобы собраться и сосредоточиться и выйти. У нас сегодня еще будет целый прогон, как он подойдет на вашу сцену. Все наши декорации там вместились, так что рукописи нетленные, которые не горят, там уже, я думаю, что висят. Так что наши осветители уже посмотрели, что я думаю, что и верю, что все будет хорошо. Но если вы придете через за час, то вы можете взять еще интервью. Труппа приехала в Кузбасс вчера. Была экскурсия у вас. Как вам город Кемерово? Впервые вы у нас? Да, мы впервые здесь, на вашей кузбасской земле. Город произвел неизгладимое впечатление. Экскурсия великолепная. Я надеюсь и верю, что такие театральные фестивали будут у вас постоянно, потому что все способствует этому. И люди у вас такие труженики. Чтобы здесь жить, это надо и любить эту землю, любить этот край и трудиться ради него.